Музыканты группы «Магелланово облако» приехали в Воронеж впервые. По словам лидера группы Сергея Дворецкого, город их приятно удивил. В особенности московским рокерам понравился котенок с улицы Лизюкова. Воронеж стал отправной точкой для весеннего тура группы, который музыканты проводят в камерном составе. Дальше ребята отправятся на юг России, в Ростов и Краснодар. На концерте в Воронеже Сергей Дворецкий рассказал о необычном названии группы. Стиль группы балансирует на грани рока, инди и фолка. Главной фишкой является голос Сергея Дворецкого. Звучит настолько воодушевленно и светло, что... при первом знакомстве с творчеством «Магелланово облако» может оказаться... Главной фишкой является голос Сергея Дворецкого. Звучит настолько воодушевленно и светло, что при первом знакомстве с творчеством «Магелланово облако» может вызвать ощущение легкого шока. В полной мере убедились в этом и зрители, пришедшие на концерт. Михаил Сошин, Василий Воробьев, «Блокнот Воронеж». Порубай. Кинешь тогда. Прямо сейчас.